Buonasera, Russia. Buonasera. Да, даже венгры на итальянском заговорили. Guten Abend, dear Никита. Говорит, ищите меня у яблока. Это не центральный выход, Едем на тусовку к Лоренцо. Вот такой Милан, на самом деле. Ты меня расстроила, очень много беженцев. Все спят на улице, на центральном вокзале. Просто куча ребят из Африки. Все продают какие-то наркотики, курят траву. То есть там же стоит армия и никак не противодействует этому. То есть там человек 300 на центральной площади. Как будто ты не в Милан приехал, а куда-то в ЮАР. Снова Берлин. Эй! Hey, hey, how are you? I'm fine, finally! That's good? Fucking line of the mess square in the where like trail station. Like it's huge. Hello, Nikita, pizzy. You guys ready? Remember me? Oh, of course I remember you. Of course I remember you. Big guy. Okay, yeah. Guys, the Americans want to drink a lot. So be ready. You drink a lot, right? Okay, there is one guy who wants to challenge. Да, наконец-то мы здесь. Наконец-то мы здесь. Yes. Just keep it. You always keep it like this. You never leave your hand, okay? Big boy. Let's get fucked. Let's get fucked. Let's get fucked up on the town. Let's get fucked. Let's get fucked. Let's get fucked up on the town. Доброе утро, страна. Мы живы после легендарной ночи. Лоренцо, Никит. Мы отправляемся на площадь дома, чтобы встретиться с нашими друзьями из Венгрии. Они уже там, мы немножко опаздываем. Сейчас мы пойдем в самый престижный вуз Италии, в Бокони. Посмотрим, как учатся местные менеджеры. Опс, чуть не упал. Учатся местные менеджеры. Посмотрим, что как. Лоренцо нам покажет какое-то крутое место, недалеко от их универа, по пути. Wi-Fi. Wi-Fi. Уже круто. Мне уже нравится. What? Speaks about music. What the fuck? All the different instruments in the world are on the art. Вот это наше. It's our wall. Here you see like R&B, electronics, dubstep, house, you see? Hip-hop, trap, stuff like that. Yeah, it's hurt. It's nice, right? It's my hurt. Мы находимся в Милане. Это университет Бокони, который был основан в 1902 году, 10 ноября, на пожертвование итальянского предпринимателя Фердинанда Бокони, владевшего розничной сетью в магазине Бокони, назван в честь сына меценанта Луиджи Бокони, погибшего трагически в Италии 1 марта 1896 года в битве при Адуа. Данное учебное заведение является 6-м в рейтинге экономических университетов в мире. Поэтому это вам вот не политех, ребята. Начался вот кампус. That's the library where I'm going there after. Mm-hmm. I'm gonna show you the cool part of it. Все сделано в супер минималистичном стиле. Это новый кампус. Также есть и старая часть. Здесь проходят главные мероприятия. Вот так учатся итальянские мажоры. During the year there are many conferences inside that room. Mm-hmm. And after every conference here they make aperitivo or like a snack, like the food with for students and everyone for free. Петрич, что скажешь? В данный момент я пребываю в состоянии душевного расстройства из-за того, что я шокирован такими видами университета. То есть тебя бы мотивировало бы здесь учиться? Ты бы хотел здесь учиться? Нет? Нет. Слишком энергозатратно? Да, тогда тем более далеко от дома. Не, ну если бы ты был итальянцем, ты хотел бы здесь учиться? Если бы я был итальянцем, я бы хотел только, подбухивая белое вино в льняных брюках и рубашке, рассекать на скутере где-нибудь в Тоскане. Ну вот, мы вырываемся. Сердце Италии. Сердце... Ну, я бы сказал, это печень Италии. Печень и модная столица. Одна из модных столиц мира – Милан. Нам Лоренцо посоветовал знаменитую пиццерию. Сейчас ищем ее, чтобы покушать. Но фишка в том, что надо сначала прийти, записаться в лист,
то есть там будет супер большая очередь, и потом только спустя минут 40-30 мы попадем внутрь. Мы можем пойти погулять, не обязательно стоять в очередь, вернуться и вот тут где-то надо отведать вкуснейшей итальянской еды. Пацца, макарони, антипаста. Мартини. Никита, прокомментируйте ваше присутствие в этом прекрасном городе. Ну что ж, я духовно поражен красотой и масштабом данного города, но я надеюсь, что продолжение моего путешествия будет еще более изысканным, чем начало. Это было изысканно, это было сказано вкусно. Да. Как Маргарита в том заведении. О, Господи, не напоминайте. Мясо марчит! Или колы. Барни Колли, Бальмейн. Когда мы ждем первый Apple Store в Питере, тут как бы просто очередь, чтобы попасть в магазин. Раз. Два. С учетом того, что никаких новых телефонов не выходило, это просто очередь, чтобы попасть в магазин. Магазин находится под землей. Там люди киношку какую-то смотрят. По совету нашего итальянского друга мы отправились в единственный в Италии Starbucks. Но он не обычный Starbucks, это Starbucks Reserved. И мы стоим в очереди. То есть тут как в Apple Store, как за новым айфоном. Вот мы заходим. О май гад. Просто это рай. Рай кофеманов. Buonasera. One, two, three, four!